Вашему вниманию представлена работа Голубкиной «Ваза туман», 1899 год, гипстонированный. Я не случайно называю материал, из которого выполнено это произведение, ведь работа с подобным названием «Ваза туман», высеченная скульптором в мраморе, хранится и экспонируется в Государственной Третьяковской галерее. А в гипсе Голубкина отлила эту работу здесь, в Зарайске, подарила своей любимой племяннице Санчете. И так эта работа осталась в доме Голубкиных здесь, в Зарайске. И не случайно она у нас экспонируется на фрагменте березового бревна. Ведь при жизни Анны Семеновны это произведение стояло именно на этом месте, на фрагменте березового бревна. Поэтому, когда потомки Голубкиной передали в дар эту работу нашему музею, мы ее представили именно так, как она стояла при жизни художницы.